Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотим подробно рассказать о нашей компании OMZAP, сети автосервисов по ремонту корейских автомобилей. Более чем 8-летний опыт работы позволил создать коллектив высококлассных специалистов, которые работают в команде единомышленников. Мы не стремимся стать мультибрендом по типу «ремонтируем все». Мы специализируемся на ремонте корейских автомобилей концерна Kia и Hyundai. Слаженная работа единой командой позволила нам открыть несколько станций технического обслуживания. Одна из них рядом с метро Алтуфьево у платформы Леонозова на Дубнинской улице. Другая на юге Москвы, на Сиванской улице, недалеко от метро Саниц. Недавно мы открыли дополнительный цех на Дубнинской улице и поставили в него тяжелые подъемники для ремонта коммерческого транспорта. Это позволило нам работать уже с корпоративными автопарками, и мы можем поднимать такие грузовики, как HD120. Я уже не говорю о Бонго или Портере. Также у нас есть отдел запасных частей, который обеспечивает бесперебойное снабжение СТО запасными частями благодаря наличию собственного склада. Также мы осуществляем доставку запасных частей и расходных материалов покупателям, для чего у нас есть специально фирменные автофургоны, раскрашенные под нашу символику. Ну, естественно, в наличии огромный выбор запасных частей и расходных материалов, как оригинальных, так и аналоговых. Причем они находятся в разной ценовой категории. Еще у нас есть большой выбор двигателей, как контрактных, так и восстановленных. Нашим фирменным стилем является еще и то, что если ваш автомобиль находится на заводской гарантии, то мы выполняем техническое обслуживание с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов. Также вы можете находиться во время всех ремонтных процедур рядом с автомобилем, либо наблюдать за этим ремонтом благодаря камерам, которые показывают, что происходит в ремонтной зоне круглосуточно. Или же, если вы не хотите находиться рядом с автомобилем, вы можете с комфортом провести время в нашей комнате ожидания, где спокойно выпить чашечку кофе, либо посмотреть телевизор, как вам будет удобно. И еще об одном центре силы нашей организации я хочу вам сейчас рассказать. Это агрегатный участок, в котором мы выполняем полный цикл по ремонту двигателей внутреннего сгорания. Причем мы выполняем такие работы, как фрезеровка плоскости ГБЦ, опрессовку головок блока цилиндров мы выполняем. Мы также делаем расточку, гильзовку и хадинговку блоков цилиндров и шлифовку коленчатых валов. Причем если мы специализируемся на ремонте корейских автомобилей, то для нас без разницы, какой блок или головку отремонтировать, потому что у нас для этого имеется все самое современное оборудование. А также у нас есть высококлассные специалисты, которые могут выполнить все эти работы. Ведь для него без разницы, какой блок или головку ремонтировать. Volkswagen, Mercedes, BMW или тот же самый Hyundai или Kia. Все вышесказанное позволяет выполнять ремонты в нашей организации по типу одного окна. Вы приехали на автомобиле, либо привезли отдельно свой агрегат, двигатель, либо головку блока цилиндра, отдали ее мастеру-приемщику, и все, больше у вас голова не болит. Ваша головка и ваш двигатель больше никуда в другую организацию не поедут. У нас делается все в одном месте, одними и теми же людьми. Это позволяет избежать каких-то в дальнейшем разночтений, что ставил один, ремонтировал другой. У нас это исключено, поскольку, еще раз повторюсь, мы делаем все по принципу одного окна, что позволяет клиентам экономить как время, так и деньги, а самое главное – это экономить нервы. В заключение хотелось бы отметить, что мы всегда стремимся стать еще лучше. Для этого мы широко представлены в социальных сетях и интернете, где вы можете всегда оставить комментарии и отзывы о нашей работе. OMZAP всегда к вашим услугам. Работаем 7 дней в неделю без перерывов и выходных. И будем рады видеть вас в числе наших клиентов.